Каталония на севере Испании ведет новые ограничения на потребление воды для почти 6 миллионов человек из-за засухи, которая длится уже более 2 лет. Меры затронут 224 муниципалитета, включая Барселону и Жирону. Водная система Тер-Ле-Бригад, которая питает большую часть испанского региона, загружена только на 27%. 25 месяцев здесь практически не было осадков. Частные садовые участки и общественные места больше не будут поливаться, а сельскохозяйственные предприятия должны будут сократить использование воды на 40%. Но не только Испания сталкивается с засухой. Италия, Франция и другие страны Западной Европы уже второй год страдают от недостатка дождей и снега. Младший министр экологии Франции Беранжер Куйяр предупреждает, необходимо принять меры, иначе назревает водный кризис. Je pense évidemment à l'utilisation des eaux grises, la réutilisation des eaux usées traitées, qui sont trop faibles dans notre pays par rapport à nos pays voisins, on est vraiment en retard. Aussi, c'est d'avoir en fait un plan d'ensemble pour justement faire en sorte qu'on ait des canalisations qui soient aussi remises à niveau, parce qu'on a beaucoup de fuites dans notre pays, entre environ 30% de fuites dans notre pays et avec des territoires qui peuvent connaître des fuites jusqu'à 70%. Франция, Германия и Италия в срочном порядке разрабатывают водные планы. Главная цель – рациональное использование водных ресурсов.